Здравствуйте, мальчики и девочки! Сегодня я вам расскажу интересную притчу. Жена одного бедняка готовила масло, а он продавал его в одной из бакалей. Готовила она масло в виде кругов весом в 1 килограмм. Он же продавал его одному из бакалейщиков и покупал все необходимое для дома. В один день бакалейщик засомневался в весе покупаемом им масле. И взвесив каждый круг, он увидел, что они весят всего по 900 граммов. Он рассердился на бедняка. На следующий день, когда бедняк пришел к нему, он встретил его в гневе. «Я более не буду покупать у тебя масло, потому что ты мне продаешь, говоря, что оно весит 1 килограмм, а оно весит всего 900 граммов». Тогда бедняк, расстроившись, опустил голову и сказал: «Мой господин, у нас нет весов, но я покупал у тебя сахар и сделал его своей мерою, чтобы взвешивать ею масло». Ребята, помните, каким судом судите, таким и он осудит вас, и какой мерой мерите, такой и он отмерит вам. Матфея, 7 глава, 2 стих.